Мормышка Акара, муравей с отверстием, имеет на крючке украшения в виде двух пластиковых дисков, бисеринки и кембрика. На быстрой высокочастотной проводке мормышка демонстрирует отличную безмотыльную игру с ярко выраженными кивающими движениями. Именно пластиковые диски на крючке и заставляют мормышку двигаться подобным образом на разных глубинах. Если разнообразить высокочастотную игру короткими остановками, то на паузах мормышка имеет хорошо видимые остаточные колебания. Порой именно эти колебания и могут спровоцировать пассивную рыбу к атаке. При подсадке на крючок мормышки опарыша или мотыля эффективная высокочастотная игра пропадает. С другой стороны, мормышка начинает отлично отзываться на мягкую и плавную игру. Мормышкой можно ловить, используя различные техники проводки, но наилучшие результаты эта приманка приносит при ее использовании именно в безмотыльном варианте.